Герас потерпел поражение. Когда он вернется, я усилю его для финальной битвы. Говори, о чем ты думаешь. Мы потеряли Шаукана, его армию, а теперь и клан Черный Дракон. В то время как союзники Рейдена тратили драгоценное время на борьбу с Кану и Шауканом, наша основная работа на острове Шанзуна не прерывалась ни на минуту. Этот остров в руинах. Что может пойти? Построение времени требует огромного количества чистой энергии. Каждая смертная душа содержит в себе эту жизненную силу. Каждый час, каждая минута, каждая прожитая секунда хранятся внутри. Шанзун питался душами. Он собирал их в своем нетронутом колодце душ, который расположен под его островом. Это судьба, которую я создала для Шанзуна. На случай, если понадобится. Души Шанзуна будут моими. Как вид? Никаких признаков мистического барьера. О, ты поймешь, когда он появится. Как ты себя чувствуешь? Впервые за долгое время у меня все под контролем. Меня забросили в дальний угол этого мира богов и монстров. Но теперь, зная свое будущее, я чувствую, что наконец-то сделал глоток свежего воздуха. Те плохие вещи, которые со мной произошли, я имею в виду, которые произойдут. Как сказал Рейден, теперь все будет по-другому. Разве это не хорошие новости? То, что случилось с моим отцом, та травма, которую он перенес, это причина, почему мои родители встретились. Они влюбились, когда он выздоравливал. Если этого не произойдет, вы с мамой можете не встретиться. Значит, я могу никогда не родиться. Джеки, я не могу притворяться, что понимаю все эти космические штуки со временем, но я знаю, что ты здесь не просто так. Твое появление — не случайность. Надеюсь на это. Остров Шанзуна. Ну вот я снова здесь.
Когда я был здесь на турнире, то люди были повсюду. Эти ребята выглядели намного моложе. Кажется, это было только вчера. Думаю, это место погибло вместе с Шанзуном. Никого. Не стоило переживать из-за скрытности. Надо было привести весь отряд. Надеюсь, Рейден ошибается насчет колодца душ. Я не хочу здесь быть дольше, чем... несколько сигналов. Сколько? Два. Но один из них очень быстро кружит вокруг нас. Хроника знала, что Рейден пришлет кого-нибудь сюда. Дай мне 10 секунд на этого парня. Джакс Брикс. Мы были напарниками под командованием Куан Чи. Ты снова примкнешь ко мне. Ты выбрал не того Джакса. Я не был призраком. И никогда им не буду. Времена меняются, Кабал. Восстаньте! Во имя Шинока! Вам не помешать, Кроники. Помешать? Мы ее остановим. Хватит осквернять колодец душ. Ты не такой сильный, как ты думаешь, Джакс. Насколько я помню, Синдал разобралась с тобой довольно быстро. Я займусь лучшей подругой Китаны. Я слышала, что твоя версия из прошлого заслуживает уважения, но это воплощение, не думаю. Избавь меня от своей жалости. Fight! Жалость — это единственное, что я могу тебе предложить. Хватит танцевать с мертвецами. Рейден сказал, что этот колодец душ будет под землей. Сюда. Это логово Гора. К счастью, без самого Гора. На моем первом турнире Шанзун запер меня здесь. Никогда не думал, что вернусь. Не припоминаешь, где может быть колодец душ? Точно не могу сказать. Я был сильно избит.
Все очень туманно. Полагаю, что это он. Это корона. $5, что она принадлежит Кронике. Она черпает души из колодца. Эту штуку не могли оставить без охраны. Берем и уходим, пока кто-нибудь не вернулся. Я и не уходил. Смертоносная тень. При жизни меня звали Бихань. Я должна знать, кто это? Первый Саб-Зиро. Скорпион вырвал ему позвоночник. Оставил в куче наверху, в старом тронном зале Шанзуна. Событие, которое новая эра сотрет из истории. Постой, Джеки. Я разберусь. Ермак был слаб. Он оторвал тебе руки, но забыл прикончить. Все верно. Я просто настолько крепкий орешек. Я так понял, что Ермак не единственный слабак. Ладно, давай заберем эту штуку и уберемся отсюда. Джеки, постой! Вынос мозга. Пап? Как ты здесь оказался? Попробуй угадать с одной попытки. Пап, твои руки? Они похожи на изобретение Кроники. Что ты делаешь? Пытаюсь дать тебе жизнь, которую ты заслуживаешь. Уничтожая Вселенную? Перезапуская, а не уничтожая. Будучи призраком. Я потерял годы на то, чем занимался. Твоя мама вытащила меня. Но я никогда не был отцом, который был нужен тебе. Ты что несешь, чувак? Ты вырастил прекрасную дочь. Она чертовски хороший солдат. Она не должна была стать солдатом. Я никогда не хотел, чтобы ты рисковала своей жизнью. Если бы я не сломался... Ты бы не записалась добровольцем. Но, папа, я не поэтому этим занимаюсь. Прошу тебя. Отдай мне корону. Я никому не хочу причинить вред. Это просто бред какой-то. Держись подальше, девочка. Я точно не хотел бы драться со своим отцом. Как насчет того, чтобы это осталось между мной и мной? Никогда не думал, что паду так низко. Ты не знаешь, насколько все станет плохо. Потеря рук была только началом. Я знаю, что ты страдал, и все еще страдаешь, но ты никогда не предашь свой отряд. И уж точно не предашь свою семью.
Должен же быть способ сделать все правильно. Он отрубился, но скоро оклемается. Как ты? Сбит с толку. А ты? Тоже. Мы не можем его здесь бросить. Хватаем его вместе с короной и валим отсюда. Если я больше никогда сюда не вернусь, то не стану жалеть об этом. Это точно. Смертные! Верните корону Кроники и старого Джексона Брикса. Тогда никто не причинит вам вреда. Сделка не состоится. Мы знаем, что ты предала старших богов, Цетрион. Кроника должна восстановить баланс, который разрушил Рейден. Разве вы не видите, что именно он повинен во всем случившемся? По крайней мере, мы его знаем. Можем ли мы совладать со старшим богом? Кэсси победила Шинока. Только потому, что Кейджи рождаются с безумной магической силой. Может, и у нас есть своя магия? Пожалуйста, не делайте этого. Сопротивление принесет вам лишь страдания. Я не могу позволить тебе. Это не обсуждается. Твой разум слишком слаб, чтобы совладать с оружием Кроники. Для своей же безопасности сними ее. Сейчас не время для безопасности. Пришло время действовать. Кэсси Кейдж просто позеленеет от зависти. Я вас предупреждала. Простые смертные не могут контролировать корону. Я не хотела причинять вам вред. Но теперь вы вынудили меня. Черт подери, что ты делаешь? Отдай мне корону, и я пощажу ее. Нет, не отдавай ее. Уходи. Ее жизнь в твоих руках. Никто не хочет никому навредить. Пожалуйста, не дай этому случиться с нашей девочкой. Черт возьми. А теперь верни Джеки обратно. Пап, как ты мог так со мной поступить? Я поступаю так не с тобой, Джеки, а ради тебя. Я люблю тебя. Кроника ждет нашего возвращения. Держись. Эта битва еще не окончена.